Помещик Николай Петрович Кирсанов в свои 43 года выглядел уже совсем не молодым. Он стоял на дворе и ждал с волнением сына, которого звали Аркадий. Он как раз закончил учиться в университете. Николай Петрович должен был стать военным, ведь его отец был не простым человеком, а генералом. Но сломанная нога еще в далекой молодости погубила эту карьеру. Он женился довольно рано. Его жена была дочерью чиновника, с которой он был счастлив. Поэтому он испытал очень глубокое горе, когда она ушла из жизни в 1847 году. Всю жизнь, свои силы и свободное время он отдал на воспитание Аркадия. Николай Петрович одно время проживал в Петербурге вместе со своим сыном, хотел всячески подружиться с его друзьями, но в последние дни он приложил все усилия, чтобы преобразовать имение. И вот пришло счастливое время их встречи, но Аркадий приезжает не один. Он привез с собой друга, который был достаточно высоким, но совсем некрасивым. Его самоуверенность отталкивала. Он был молодым доктором, согласился приехать к Кирсановым, чтобы немного погостить у них. Его именовали Базаровым. Первое общение Николая Петровича и его приехавшего сына Аркадия наполнено неловкостью. Помещика смутила девушка по имени Фенечка. Николай Петрович и ее содержат. У них есть общий ребенок. Аркадий пытается наладить разговор, убрав всю неловкость. Но это все равно смущает отца. В доме их ожидает старший брат помещика Павел Петрович. Он и Базаров совсем не понравились друг другу, но дворовые ребята и прислуга с удовольствием идут в подчинение гостю, ему не важна их симпатия. Не прошло и дня, как Базаров и старший брат отца поругались. Эту словесную стычку начал Кирсанов. Гость совсем не хочет продолжать разговор, но все равно говорит о своих убеждениях. По его словам, человек идет к выбранной цели, ведь у него есть разные к ней чувства, поэтому все хотят добиться успеха. Базаров говорит о том, что никакое искусство не может быть важнее химии. Наука, в свою очередь, имеет главный элемент – практический результат. У него даже есть гордость за то, что он не имеет в себе никаких художественных навыков. Он считает, что изучение отдельного человека и его психологии совершенно не нужно. Можно изучить одного и судить по этим результатам всех остальных. Базаров уверен в своих способностях, но своих ровесников он не берет в счет. Говорит о том, что нужно сначала расчистить для себя место. Старший брат воспринимает учения Базарова, которые он исповедует, как необоснованные и дерзкие пустые представления. Аркадий Базарову полностью подражает. Чтобы сгладить обстановку, Аркадий начинает разговор о жизни брата Николая Петровича. Старший брат Павел когда-то был великолепным офицером. Его любили женщины, но однажды он встретил княгиню. Она полностью изменила его жизнь. Их отношения завершились, и Павел Петрович опустошился. Из своей прошлой жизни он оставил только изысканные костюмы. Он предпочитает исключительно все английское. Павел Петрович не выдерживает поведения и взглядов своего собеседника Базарова. Старший брат пытается опять разъяснить все вопросы не в спокойной обстановке. Но гость ловко справляется с его внезапной атакой. Базаров без всяких усилий находит нужные слова, которые защищают его взгляды. Отец Аркадия всячески пытается загладить спор, но его убеждения также противоречат словам Базарова. Николай Петрович старался себя убедить в том, что он и Павел немного отстают от жизни. Базаров и Аркадий решают посетить город губернии. В городе они видятся с учеником Базарова, сыном откупщика Ситникова. Он проводит их к женщине, которая относилась вместе с Ситниковым к прогрессистам. Эта дама Кукшина отвергает все авторитеты, считает главным свободу мысли. Ситников и дама Кукшина мало чего знают. Но, тем не менее, их взгляды побеждают Базарова и его друга Аркадия. Базаров Ситникова не берет в счет. Относится с презрением, а вот Кукшину он не обделяет вниманием. Аркадий решает познакомить Базарова с одной женщиной. Она довольно богата и очень красива. Базаров проявляет к ней интерес, но с цинизмом сообщает Аркадию, что это может быть выгодно. Аркадий чувствует влюбленность к этой даме, но Одинцова ощущает взаимную симпатию к Базарову, после чего приглашает их к себе. Аркадий чувствует любовное тяготение к Одинцовой, но это чувство ложное, а вот между ней и Базаровым появляется симпатия. В доме Анны Сергеевны молодые люди встречают девушку Катю. Это младшая сестра Одинцовой. Она ведет себя довольно скованно, Базаров чувствует неловкость. Аркадий ощущает себя не на своем месте. Он общается с Катей, чтобы как-то облегчить это состояние.
Базаров никогда раньше не ощущал таких чувств, которые вызвала у него Анна Сергеевна. Он всегда презирал всякую романтику, полностью отвергая ее. Но тут ощущает в себе это чувство. Он не медлит и сообщает Одинцовой о чувствах. Но дама высвобождается из его навязчивых объятий. Анна Сергеевна думает, что ничем не заменимо спокойствие. Базаров совсем не желает, чтобы его страсть росла. Для этого он отправляется к своим родителям. Он был лекарем, жил неподалеку. Анна Сергеевна не держит гостя. На пути в родительский дом Базаров решает, что не стоит позволять женщинам завладевать хоть кончиком своего пальца. Он считает это все простым вздором. Родители с любовью не могут насмотреться на сына. Он, в свою очередь, с ними скучает. Всего в течение пары дней он уезжает от отца и матери в дом Кирсановых. Базаров от скуки не обделяет своим тяготением и Фенечку. Когда она была одна, Базаров ее поцеловал. Павел Петрович, который заметил этот поцелуй, возмутился до глубины души. Его негодование вызвало еще и сходство Фенечки с его бывшей возлюбленной княгиней. Павел Петрович имеет свои убеждения, благодаря которым он хочет вызвать Базарова на дуэль. Базаров соглашается, несмотря на свое чувство неловкости и противоречия принципам. Во время дуэли Базаров наносит ранение Павлу Петровичу, но тут же оказывает ему первую помощь. Павел Петрович отшучивается и хорошо держится, как для раненого, но неловкость между ними не пропадает. Николай Петрович не знает истинной причины и оправдывает противника в дуэли. После поединка Павел Петрович меняет свои убеждения. Раньше он был противником свадьбы своего брата и Фенечки. Аркадий и Катя тоже настраивают свои отношения. Девушка симпатизирует Аркадию, считает, что Базаров для их дружбы не подходит. Он чужой и хищный. Базаров теряет все надежды на отношения с Анной Сергеевной. После этого он решает покинуть ее и Аркадия. Своему другу перед отъездом он сообщает, что Аркадий мягкий и с либеральными принципами. Аркадий расстраивается, но общество Кати восстанавливает его дух. Он говорит ей о своих чувствах и убеждается в их взаимности. Базаров возвращается к своим родителям. Он пытается отвлечься путем погружения в работу, но это ему не помогает. Он чувствует беспокойство и тоску. Скука мешает ему сосредоточиться на своей работе. Он пытается пообщаться с другими мужчинами, но находит их глупыми. Однако и мужики считают Базарова несерьезным человеком. Базаров во время практики на трупе поранился. Это был труп с тифозной инфекцией. Базаров получил заражение крови. Спустя пару дней он говорит своему отцу, что жить ему осталось немного. Базаров болен. Он приглашает перед смертью Анну Сергеевну. Просит, чтобы она приехала и попрощалась с ним. Он говорит с ней о своих чувствах, говорит, что последняя его задача – это достойно умереть, но понимает, что для этого никому нет дела. Базаров умер, и на лице его после причащения остался ужас. Через полгода Аркадий женился на Кате, а Николай Петрович на Фенечке. Это больше напомнило что-то ненастоящее и неискреннее, будто разыгрывался спектакль. Спустя некоторое время Аркадий становится хорошим хозяином. Их имение приносит доход. Николай Петрович трудится во благо обществу. Его старший брат живет в другом доме. Но ему жить достаточно тяжело. Идеи и дело Базарова не бросает Ситников, который женился на княгине. Он работает публицистом в сомнительном журнале. Могилу Базарова часто посещают старики, которые плачут и читают молитвы за его упокой. На могиле цветы олицетворяют примирение жизни с чем-то вечным. Н.Н. – почтительный господин весьма солидного возраста. Он перебирает в памяти прошлое событие, приключившееся с ним в возрасте 25 лет. В очередной раз Н.Н. странствовал по миру бесцельно, и во время своего путешествия он остановился в небольшом немецком городке. В один из вечеров юноша явился на студенческую вечеринку. На ней он познакомился со своими земляками – Гагиным, молодым художником, и его очаровательной сестрой Анной. Гагин любил называть ее Асей. Обычно Н.Н. сторонился встреч с русскими за границей, однако новый приятель стал исключением. Юноша радовался знакомству с новоиспеченными друзьями. Немного погодя, Гагин позвал Н.Н. в гости на квартиру, где он проживал со своей сестрой. В самом начале Ася смущалась Н.Н., но позже, поборов себя, заговорила с ним. Друг чувствовал себя счастливым, когда покидал их дом. Некоторое время прошло после встречи друзей. Из-за своего постоянного баловства Ася была совершенно разной. Проказливый ребенок, невинная простушка, воспитанная барышня. В общем, образ зависел от ее настроения.
НН стал навещать Гагиных чаще. Тогда молодой человек заметил, что Ася стала избегать его, и ее вид сменился с веселого в расстроенный. Гагин обходился с ней мягко и снисходительно. У НН зародилось сомнение – Гагин Асе не брат. И вот подходящий случай удостоверил это. Как-то раз НН услышал беседу Гагиных. Ася говорила брату, что питает любовь к нему одному, никакого иного возлюбленного ей не надо. НН стало обидно и неприятно. Пару дней НН провел на природе. Он старался уклоняться от встреч с новоиспеченными друзьями. После некоторого отсутствия в собственном доме он обнаружил письмо от Гагина. Тот приглашал зайти в гости. Гагин принял НН радушно, а вот Ася рассмеялась и удалилась при виде своего знакомого. После этого Гагин рассказал приятелю историю сестры. Родители Гагина жили в небольшом селении. Когда мама погибла, отец растил сына самостоятельно. Привычная жизнь нарушилась приездом дяди. Он заключил, юноша получит образование в Петербурге. Отец сопротивлялся, но пошел на компромисс. Гагин учился в школе, далее в гвардейском полку. Теперь уже в статусе военного он навещал отца гораздо чаще. И вот, приехав в очередной раз домой, он увидел маленькую Асю. Оказалось, она сирота и взята его отцом на прокормление. Но Гагин решил не сосредотачивать свое внимание на девочке. Гагин не навещал отца уже долгое время, но все равно получал от него известия. И вот в одном из них было написано о его неизлечимом заболевании. Увидев своего сына, отец поручил ему заботиться о маленькой сестренке Асе. Отец скончался. Тогда слуга решил рассказать юноше о происхождении девочки. Ася – дочка служанки Татьяны. При жизни отец намеревался на ней жениться. Татьяна была против. Она не была барыней, поэтому считала, что ей стоит жить со своей дочерью у сестры. Асе было 9, когда ее мать умерла. Тогда отец забрал ее домой. Сначала она опасалась брата, но вскоре полюбила его. Гагин тоже проникся ей. Через некоторое время он решил отдать девочку в петербургский пансион. Там у Аси не было подруг. Когда Ане исполнилось 17, она окончила учебу. После вместе с братом уехала за границу. Беседа усмирила беспокойство НН. Позже Ася обратилась к брату с просьбой сыграть вальс для них. Друзья кружили в танце, этот вечер останется в памяти НН надолго. Целый день друзья были вместе, но радость была недолгой. Ася загрустила и задумалась о кончине. Все, не считая Гагина, опечалились. НН принесли послание от Аси, она хотела увидеться. Помимо этого, еще и Гагин пришел навестить друга. Он заявил, что Ася неравнодушна к нему. Накануне, во время вечерней лихорадки, Ася проговорилась о влюбленности к новому другу. Теперь девушка собирается покинуть город. НН рассказал другу об Асиной записке. Гагин осознавал, друг не возьмет в жены Асю. Тогда они приняли решение. НН поговорит с Асей, а Гагин притворится о незнании послания. После разговора с Гагиным у НН заболела голова. Пришло очередное послание. Теперь адрес их встречи с Асей изменился. Юноша пришел, там фрау Луиза, поспешно встретив его, проводила в комнату, где находилась Ася. Красавица тряслась, НН приобнял ее. Но, припомнив Гагина, он стал укорять Асю, ведь та сказала брату о чувствах к нему. Выслушав его, Ася зарыдала и стремительно бросилась прочь. Девушка исчезла, НН не понял произошедшего. НН искал Асю повсюду. Горечь и досада победили его. Немного подумав, он устремился к дому Гагиных. В этот момент Гагин сам шел к нему навстречу. Он был сильно встревожен. Сестра все еще не появлялась дома. НН твердил о безграничных чувствах к ней, говорил, что не сумел отыскать ее. Но, подходя к дому друзей, НН разглядел свет в комнатке Аси. Теперь он принял решение. Утром он придет просить руки девушки. На следующий день горничная ждала НН, держа в руках очередное послание от Гагина. В записке Гагин говорил, что их разлука с Асей просто обязательна. Грустный, ступая по дороге, он встретил фрау Луизу. Женщина отдала ему записку от Аси, в ней было следующее. «Вымолвив вы слово, я бы не покинула вас, но, очевидно, так правильней». НН приложил все усилия на поиск Гагиных, все было напрасно. Конечно, судьба не раз сталкивала НН с женщинами, но никто из них не пробудил в нем любовь, как Ася. Теперь господину оставалось лишь скучать по ней.
Центральный антигерой – барыня. Живет она одна, но с кучей служанок и лакеев. Она доживает свои последние годы. Все ее дочки уже давно выросли и вышли замуж. Родственники не посещают нашу героиню. Вся ее жизнь не была радостной, а сейчас настали действительно черные дни. Повествование знакомит нас и с Герасимом. Это мужик средних лет, выросший в деревне. С малых лет он прикипел к земле, плохо перенес переезд в город, но вроде бы смирился со своим положением. Герасим – дворник и один из лучших работников. Статный и глухонемой. Его боятся все, начиная городскими ворами и заканчивая другими слугами, но своих коллег он никогда не обижает. Живет в отведенной ему каморке. Первый год пребывания Герасима ничем значительным не ознаменовался, но внезапно барыня решила поженить двух своих крепостных – тихую прачку Татьяну и башмачника-алкоголика Климова. Все это она решает сделать, опираясь на свою власть над домашними, которая, по сути, безгранична. Все нехитрые манипуляции барыня доверяет дворецкому – свести молодых и довести дело до логичного конца. И здесь Герасим сталкивается с главной проблемой. Уже год как ему нравится Татьяна, и он пытается проявить к ней знаки внимания. Защищает от окружающих, не допускает оскорблений в ее сторону. Крепостной ждет, когда же ему сошьют новый приличный кафтан. В нем он пойдет к знатной вдове и попросит право жениться на прачке. Дворецкий, которому поручено уладить все вопросы, беспокоится. Он знает, что барыня неплохо относится к глухонемому, но из-за его врожденной болезни понятно, что жених из него никакой. Башмачник пытается не показываться на глаза Герасиму, боится расправы, а дворецкий просто надеется, что своевольная барышня забудет о своем капризе. Но она постоянно напоминает и спрашивает о том, как продвигаются дела со свадьбой. И тут дворецкий придумывает, как разрешить ситуацию. Он вспомнил, что Герасим ненавидит пьяных. Таня делает вид, будто она выпила и показывается в таком виде на глаза дворнику. План сработал идеально. Герасим отказался от своих притязаний, а прачка вышла замуж за Климова. И через год эта история приходит к логическому концу. Женитьба никак не помогает башмачнику, он окончательно спился. Даже барыня не может это терпеть и ссылает алкоголика в деревню. Вместе с женой. Герасим подарил Татьяне купленный еще в прошлом году платок. Во время проводов на середине пути он решил вернуться обратно. По пути увидел, как в реке тонет собака. Совсем щенок. Глухонемой спас ее, вытащив из воды. После чего он выхаживает собаку и называет ее Муму. Собачка выросла статной и ладной, испанской породы, с огромными умными глазами. Муму ластится ко всем, но любит одного только хозяина, на что Герасим отвечает ей взаимностью. Собака никогда не лаяла понапрасну и сторожила двор, все домашние тоже полюбили Муму. Трагедия разразилась еще через год. Вдова, как обычно, гуляла по своему саду, всех подначивала и веселилась. Такие припадки были не редкостью и все их боялись. Ведь за дружелюбием и весельем скрывалось нечто иное. Каждый «припадок» заканчивался агрессией и самым плохим расположением духа. Барыня видит собачку, и, конечно же, ей хочется поиграться. Она приказывает привести ту к себе. Но Муму лишь скалится на нее и даже лает. Хозяйка огорчилась, ее хорошее настроение вмиг улетучилось, вернулась в свои покои, но ночью так и не смогла уснуть. Поутру сказала, что причина тому – собачий лай, что от Муму необходимо избавиться как можно быстрее. Дворецкий решает проблему просто – продает собачонку на рынке. Герасим начинает волноваться, повсюду ищет свою питомицу, но поиски не принесли никаких результатов, а через пару дней Муму возвращается самостоятельно, на шее у нее обрывок от веревки. Домашние слуги рассказали Герасиму, что собака пропадала из-за прихоти барыни. Они объяснили это жестами. Понимая, что это может стать проблемой, дворник прячет Муму, но ничего не помогает, собака лает по ночам. Вдова впадает в истерику и требует как можно быстрее избавиться от животного. И теперь уже дворецкий жестами передает приказ Герасиму – утопить собаку. Мужик решил сделать все своими руками. Взял свой лучший кафтан, тот самый, что шили для помолвки с Татьяной. Накормил Муму в трактире, а потом на лодке выплыл на центр реки. Привязал кирпичи к шее и выкинул собаку за борт. Мы понимаем, что такое решение далось герою с трудом. Особенно это видно из дальнейших поступков. Герасим быстро собирает свои вещи и отправляется пешком в родную деревню. Добрался за несколько дней, как будто что-то зазывало его домой, тянуло на родину из далеких краев. Местный староста с радостью принимает вернувшегося работника, ведь в деревне он считался лучшим.
А вот барыня не перестает искать своего дворника. В конечном счете она узнает, где сейчас Герасим. Сначала собирается выписать его в Москву, а потом решает, что такие неблагодарные люди этого не заслуживают. А сам Герасим так и живет в своей ветхой избушке. Жены он не завел, да и собак в доме не держит. Повествование ведется от лица охотника-любителя. В Чернском уезде, расположенном в Тульской губернии, летним месяцем герою довелось охотиться за птицей. Однажды, когда солнце уже пряталось за тучи, охотник по ошибке выбрался к незнакомой долине, впереди же находился густой осинник. Направившись сквозь осинник, герой попадает к лощине, на дне которой торчали огромнейшие камни белого цвета. От окружающей обстановки сердце словно сжалось, настолько печально выглядела долина. Осознав, что герой бесповоротно потерялся, он решает идти, ориентируясь на звезды. Со временем он выходит к резкому обрыву на холме и обнаруживает впереди огромных размеров равнину с широкой рекой по окраине. Прямо под обрывом в полном мраке охотник замечает костры. Здесь коротали свою ночь молодые ребята, пасущие лошадей, и герой решает попроситься на ночь в их компании. Главный герой прилег возле костра и начал наблюдать за ребятами, которые как раз принялись обсуждать страшные истории. Охотник решает показаться спящим, а сам слушает разговор, который затеяли ребята. Самый старший среди парней – Федя, красивый и стройный мальчик 14-летнего возраста, который, судя по своей одежде, жил не бедно. Другой в компании ребят – неказистый Павлуша, создавал впечатление умного человека с уверенным сильным голосом. Третий из компании, Ильюша, обладал горбоносым и продолговатым лицом. Внешне Павлуше и Ильюше было не больше, чем 12 лет. Были в компании и другие ребята. Один из них – Костя, мальчик 10 лет, взор которого был печальным и чем-то взволнованным. Неподалеку от костра прикорнул самый младший – Ваня, возрастом не более 7 лет. Первым было повествование Ильюши о том, как довелось ему однажды в компании товарищей остаться на ночевку на бумажной фабрике. Внезапно вверху фабрики послышался чей-то топот, затем неведомое существо спустилось лестницей вниз и направилось к двери. Когда ребята распахнули дверь, за ней оказалось пусто, однако уже спустя мгновение кто-то закашлял. Так домовой очень сильно напугал мальчишек. Следующим был рассказ Кости. Однажды плотник по имени Гаврила отправился в лесную чащу, где вскоре заблудился. Давно скрылось солнце, и устав бродить по лесу, он сел под деревьями и задремал. Перебился он его, внезапно услышанный голос, кто-то звал Гаврилу. Посмотрел Гаврила, а на ветвях дерева, под которым он находился, расселась русалка, зовет героя и смеется. От страха тот перекрестился, русалка же принялась плакать и жалостливо сказала: «Не стоит тебе креститься, я плачу и убиваюсь с того, что ты перекрестился, поэтому не только мне убиваться, и ты будь таким до самой смерти». С тех пор в жизни Гаврилу никто не встречал в веселом настроении. Внезапно рассказы прервались продолжительным отдаленным звуком, в лесной чаще послышался хохот. Ребята вздрогнули и решили перекреститься. Третьим свой рассказ поведал Ильюша. Речь шла о плотине, которая издавна считалась нечистым местом. В далеком времени именно здесь был захоронен утопленник. Как-то раз по приказу псарь Ермил отправился на почту. Поздней ночью Ермил возвращался обратно по плотине, внезапно заметил барашка белоснежного цвета на могиле у утопленника. Недолго думая, он решает взять того с собой. Барашек же ни разу не вырвался из рук, лишь слишком презрительно вглядывался в глаза Ермилле. Жутковато стало герою, но тот продолжал поглаживать барашка и поговаривал: «Бяша, Бяша». Внезапно, сделав оскал, барашек проговорил: «Бяша, Бяша». На этот раз рассказы ребят прервались собачьим лаем. Собаки рванулись в лес от костра, и Павлуша помчался следом. По возвращению он поведал, что поблизости волк и его учуяли собаки. Главный герой повествования удивился, насколько храбрым оказался Павлуша. Тем временем Ильюша рассказал, как повстречался однажды на нечистом месте умерший барин. Он долго находился в поиске разрыв травы, настолько сильно теснила его могила.
Очередной рассказ был посвящен бабе Ульяне, которая по легенде в родительскую ночь отправилась на паперть. Целью ее было поведать, кому было предначертано помереть в текущем году. Она увидела саму себя в женщине, которая проходила мимо. Следом Ильюша рассказывал историю об уникальном человеке по имени Тришка, который придет, когда настанет солнечное затмение. Наступила тишина, и лишь спустя время мальчики вновь принялись за обсуждение. Долго спорили ребята, чем отличаются между собой леший и водяной. Костя рассказал о мальчике, которого за собой водяной потащил под воду. Впечатленные рассказами уснули ребята лишь с наступлением рассвета. Заканчивается рассказ информацией о том, что в том же году не стало Павлуши. Он убился, упав с лошади. А жаль, ведь славный был парень, как говорит главный герой повествования. Рассказчик, занимаясь охотой, прибывает в Жиздринский уезд и рассуждает о наружности уроженцев разных губерний. По его мнению, «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти». Калужский же обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Также рассказчик отмечает, что деревни Орловщины чаще располагаются среди распаханных полей, а населенные пункты Калужской губернии находятся ближе к лесу, поэтому охотиться там значительно проще. Прибыв в Жиздринский уезд, охотник сводит знакомство с местным барином, помещиком Полутыкиным, который представляется ему в целом неплохим человеком, хоть и не лишенным слабостей. По собственному признанию, Полутыкин склонен несколько раз подряд повторять одну и ту же шутку, а также делать предложение всем богатым невестам губернии сразу. В день знакомства Полутыкин приглашает охотника в свой дом, но для начала предлагает заглянуть к одному крепостному по имени Хорь. Там их радушно встречает 15-летний мальчик Федя, сын крестьянина, а также другие представители многочисленного потомства. 6 молодых великанов, очень похожих друг на друга. За ужином гость спрашивает помещика, почему Хорь предпочитает жить обособленно от всех прочих крестьян. Полутыкин объясняет, что почти четверть века назад деревенский дом Хоря был уничтожен пожаром. Тогда он пришел к старому барину и попросил разрешения переселиться ближе к болотам, пообещав своевременно вносить хорошую плату. Со временем хозяйство его пошло на лад, и он смог платить господину вдвое больше, поэтому помещик решил, что в дальнейшем снова повысит цену. На следующее утро гости хозяина вновь отправляются на охоту. В этот раз они останавливаются возле избы добродушного 40-летнего крестьянина, которого называют Калинычем. По мнению рассказчика, это был человек самого веселого, самого кроткого нрава. Он беспрестанно попивал в полголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукой за свою жидкую кленовидную бороду. Ежедневно Калиныч сопровождал своего господина на охоту, зная, что без него Полутыкину не обойтись. На третий день Полутыкин уезжает по неотложным делам, и охотник отправляется в лес один. Возвращаясь, он решает заглянуть к Хорю. Крестьянин, человек лысый, низкого роста, плечистый и плотный, производит на гостя странное впечатление. Он со мной все как будто соглашался, только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то, замечает охотник. Хорь отвечает на расспросы не вполне искренне, и рассказчик делает вывод, что этот мужик себе на уме. Гость остается ночевать в крестьянском сарае. Утром его будет Федя, веселый и бойкий юноша, явно любимец отца. Сам Хорь приглашает охотника к чаю и обходится с ним гораздо радушнее, чем накануне. Вскоре в дом входит Калиныч, который принес другу пучок свежей земляники. Гостя впечатляет такая забота простого крестьянина о своем приятеле. Охотник проводит у Хоря 3 дня, внимательно слушая разговоры своих новых знакомых и наблюдая за ними. Он делает вывод, что Хорь – человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, по мнению рассказчика, относится к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных.
Также охотник понимает, что Хорь видит своего барина насквозь, поэтому изо всех сил старается обустроить собственную жизнь и не конфликтовать с властью. А его друг Калиныч, напротив, относится к Полутыкину с благоговением и вовсе не умеет хитрить. Он живет в согласии с природой, в то время как Хорь старается ориентироваться на законы общества. За разговором мужики расспрашивают гостя о заграничной жизни. Если Хоря более всего интересуют чужеземные законы и обычаи, то Калиныч просит рассказать об особенностях деревенских и городских пейзажей. Рассказчику полюбились оба крестьянина, несмотря на различия в их мировоззрении. На четвертый день Полутыкин присылает за своим гостем, и охотник с большим сожалением расстается с Хорем и Калинычем. Рассказчик возвращался через лес после охоты, управляя дрожками. За несколько верст до дома его настигла сильная гроза. Лошадь стала вязнуть в грязи, дороги не было видно. Рассказчику пришлось остановиться и переждать грозу под кустом. Вдруг в свете молнии он увидел перед собой человека, лесника, который пригласил барина переждать грозу у себя дома неподалеку. Лесник жил в маленькой лесной избушке, окруженной плетнем. В избе была только одна низкая, пустая и нищая комната. В центре висела люлька с тяжело дышавшим ребенком, которую качала 12-летняя дочь лесника. При свете рассказчик рассмотрел хозяина дома. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-за мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Лесник немного рассказал о себе. Его звали Фомой, но все называли его Бирюком. Жена его недавно убежала с проезжим мещанином, бросив детей. В доме не было съестного, только крестьянский хлеб, и угостить барина было нечем. Рассказчик слыхал про Бирюка от других крепостных. Мужики его не любили и боялись. Он был мастер своего дела, но спуску никому не давал, а подкупить его не получалось. Он так хорошо защищал лес, что не только дерево срубить, но даже вязанку хвороста унести никому не удавалось. Вскоре гроза утихла, и лесник вызвался вывести рассказчика из леса. Он взял с собой ружье, объяснив, что в лесу у кобыльего верха дерево рубят, на дворе слышно. Рассказчик же ничего не слышал, но предложил леснику вместе найти вора. Бирюк шел на звук топора, который вскоре стал ясно слышен. Дойдя до места, лесник попросил рассказчика подождать в кустах. Вскоре послышался железный голос Бирюка и чей-то жалобный стон. Когда рассказчик вышел из кустов, лесник уже скрутил вора и поднял на ноги. «Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой». Рассказчик хотел дать денег за сваленное дерево, чтобы лесник освободил несчастного. Но Бирюк не ответил и повел вора к себе. В лесу их опять застал дождь. Рассказчику пришлось остаться в доме лесника, пока ненастье не закончится. Кроме того, он решил обязательно освободить несчастного вора. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены. Мужик стал упрашивать лесника освободить его, рассказывая о нищете и голодных детях. Но Бирюк был непреклонен. Вор разозлился и начал кричать на лесника, обзывая его кровопийцей. Побоев он не боялся, все равно помирает с голоду. Лесник схватил мужика, а рассказчик бросился его защищать. Но Бирюк, к удивлению барина, не стал бить вора, а выволок его за дверь и приказал уходить. Рассказчик понял, что лесник на самом деле хороший человек, не чуждый сострадания. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании.